Слован шайбой. Близко очень сели к своим воротам хоккеисты Льва. И 3-2. И 3-2 вновь Слован забивает. Да, какой-то супер открытый хоккей. Много позволяют защитники и той, и другой команды. Нападающим и Петр Оловецкий. Петр Оловецкий, нападающий четвертой тройки, делает счет 3-2. Седьмая шайба Петра Оловецки. 47-й матч он проводит за Слован. 12 очко набирает. Томаш Пёперли не сумел выручить свою команду. Кистевой бросок с ползоны, но, вы знаете, угол был ближний. Это угол Томаша Пёперли. И шайба, безусловно, на совести голкипера.